Кто здесь только что сказал футбол? Кто сказал только что футбол? Я слышал, какой-то нахал сказал футбол. Где этот нахал? Ну, подведите меня к нему. Но он сейчас меня не волнует. Меня сейчас волнует совсем другое. Как у наших пойдут дела в будущем сезоне? Я всю жизнь на стадионе, у меня от семечек язва желудка. Ты молодой, ты еще не знаешь, что это такое, да? Тебе весело живется. Мальчики, девочки, подожди, будет и язва. У тебя все впереди. Но он меня сейчас не волнует. Меня сейчас волнует, как у наших... Давно ли я в футболе? Посмотри, такой молодой, такой уже нахальный, а? Сколько тебе лет? 22. Чудный возраст. Мальчики, девочки, танцульки. Так вот, когда твой папа страдал детскими болезнями и лежал пересыпанный тальком, я уже играл за сборную Одессы хавбеком. Закалка до сих пор. Сейчас футбол, это у нас футбол, это балет. Это балерины кривоногие. Они полчаса целуются после каждого гола. Балерины катаются по полю. Их разнять невозможно. Мы шли грудью, как мы играли. Ох, я помню этот матч. Были, у нас была игра с испанцами. Ох, жара была дикая. Я в полосочку, они в клетку. Я помню, я взял мяч. Помню, обошел одного. Помню, обошел другого. Помню, обошел третьего. Помню, мне дали в глаз, и я уже ничего не помню. Я вскочил, побежал дальше. Мне дали в другой глаз, а я бегу. Здоровый как бык, свечка. Мяч идет на голову, его принимает, это кирпич. В пыль! Пыль! Да не голова, а кирпич в пыль. Что ты смеешься? Смеется. Да, мне 75 лет и смеется. Как я был сумасшедший игрок. Я был сумасшедший игрок. Я как я играл? Я шел по центру все в рассыпную. Я дыханием убивал. Я штангу мечом перешибал. Мне вешали на правую ногу гирю, на левую фотоаппарат. У меня здесь двух ребер нет. Это игра с англичанами. А здесь у меня что должно быть? Нету, откусил гад вратарь. Они меня все хотели вывести из строя, все. Я кусался, я колей, я играл левый, правый, сухой лист, лавровый лист. Давно ли я в футболе? Я был самый грязный. У меня номера не было видно, я был самый грязный. Я без гола ж не уходил. Они заканчивали игру, я забивал гол, я не могу уйти без гола. Давно ли я в футболе, он спрашивает. У нас было три брата. Ох, как мы играли. Старший на воротах стоял, я помню, мы играли с турками. Или это были не турки, но так похожи. Они нас били по ногам, чтобы мы не играли. А мы что делали? Мы прыгали, чтобы они нас не били. Я помню, я взял мяч, побежал вперед. А куда бежать? Сзади же свои. Тут мой брат как крикнет: «Прыгай, Сеня, сзади!» Он так крикнул, что я так прыгнул. Я увидел море, пароход Крым и Дерибасовскую, и сломал ногу. Правую ногу, иди пощупайте, разрешаю. 75 лет он мне дал. Иди пощупай мою ногу, там написано: «Правой не бить, смертельно». «Все, отойди от ноги», я сказал. Давно ли я в футболе? Я сумасшедший игрок был. Я до сих пор кладусь, у меня сумасшедший. До сих пор. Я тебе сейчас из 9-9 пенальти положу в 9. Дайте мне мяч. Дайте мне что-нибудь круглое. Дайте, я ему покажу сейчас этому быстрому. Дайте мне что-нибудь. Дайте мне кружку пива, 100 грамм дать. Дайте, я ему сейчас покажу. Я с 30 метров сигарету вышибаю изо рта. Такой кладос у меня. Дай ему сигарету. Возьми сигарету в рот. Отойди на 30 метров. Дай мне кирпич. Дай мне кирпич. Что ты боишься, я попаду. Что ты боишься? Испугался. А 75 лет ты меня не боялся дать? Давно ли я в футболе? Когда Одесса впервые выиграла, у Киева у меня родился ребенок. Сколько ему сейчас? Кому? Киеву? А, ребенку. Сейчас я скажу, я сидел в 15-м ряду, он бил левой ногой. Дай ему сейчас 40 лет, моему сыну. А что Одесса, это Одесса, и футбол это главное. Мне жена прочитала, что в Бразилии кто-то умер на стадионе от разрыва сердца. Я ей сказал, я бы тоже так умер спокойно, если бы они так играли, как они пьют нашу кровь. Слышишь, когда они почему-то выиграли, у Гроссмана не выдержали нервы. А, я забыл, ты же не знаешь Гроссмана. Ты же великий одесский болельщик. Когда Котя Фурс обошел Рябова из московского «Динамо» и забил Яшину гол, он вскочил на скамейку и кричал: «Котя, моя семья признала тебя лучшим игроком мира». И вот такие слезы, он плакал. Мы играли не за деньги, мы играли в футбол.
Ох, эта игра была у меня с англичанами, я был в ударе. Я был в ударе, я обошел одного, обошел другого. Этому сделал форточку, он ушел туда, я ушел сюда, он вообще ушел. Я подошел к штанге боком, они меня в штангу, а я вывернулся головой. Штанга в дребезге, мяч в воротах, а я в больнице. 32 шва наложили, 32, иди сосчитай, я тебе разрешаю. Ты умеешь до 30 считать? А до 75, что ты мне дал 75 лет? Давно ли я в футболе, он спрашивает. Ты Хижникова помнишь? Не помнишь. А Степанова ты видел? Не знаешь. А Дубину Двоенкова? Не смотрел. А Манечка написал книгу «20 лет в апсайте». Ты читал? В Одессе играл единственный в мире глухонемой. Единственный в мире, ему ФИФА разрешил играть. Он был такой игрок, единственный в мире. Как он играл? Он каждые 5 минут гол забивал. Ну не слышал свистка, глухонемой был, понимаешь? А он мне дал 75 лет. Иди отсюда, чтобы я тебя не видел.